Памятный камень основателям станицы Гастагаевской установили сегодня на Центральной площади. На нем 327 фамилий. 25 лет назад казачество возродилось в России, и первое общество нынешней Анапы появилось именно в Гастагаевской. Средства на мемориальный комплекс собирали всем миром. Шапка по кругу среди казаков, участие районного и станичного казачьих обществ, депутатов, исторические макеты пушек, наблюдательный пост – все как в старые добрые времена. Вы видите, с каким любопытством люди пришли, станичники, и ищут свои фамилии, то есть ищут своих предков. Все-таки чувство гордости, чувство радости, что мы возродились, что мы живем традициями предков наших, что также учим детей. Перед иконой и войсковым знаменем казаки поклялись защищать родину и быть опорой товарищам. Продолжатели славных казачьих традиций передают их детям. После торжественной церемонии открытия памятного камня в станичном доме культуры чествовали ветеранов казачьего движения.